Всем доброе утро. Веду тренировку. Сегодня репортаж с площадки воркаута. Хотел сегодня поделиться такой историей из своей практики. Ну, некоторые ребята и девочки, которые приходят в зал единоборств, первые месяцы получают какой-то адреналин, а потом у них происходит спад. Спад, потому что что-то не получается или сил не хватает. Это нормальная абсолютная история. Вот точно так же бывает и на занятиях силовых, вот как я занимаюсь, дохожу до одного определенного этапа, а потом останавливаюсь. И поэтому надо менять технологию и применять какие-то другие способы или отдыхать. И вот надо вот на это обратить внимание всем, что разочаровываться не надо. Просто надо немножко сменить обстановку, и тогда будет все нормально. Всем доброго дня!